В Забайкалье задержали двух жителей Нерчинска, подозреваемых в краже 12 лошадей. Конокрады отбили лошадей от табуна, принадлежащего жителям села Байгул. Скот круглосуточно находился на пастбище, за животными приглядывал пастух. По данным полиции, злоумышленники приехали на место преступления ночью на конях и сумели увести сразу 12 голов, после чего еще 30 километров гнали скот в Нерчинск, где живут сами. Полицейские задержали двух жителей города, 32 и 36 лет. Украденных животных нашли у них в частных подворьях. По словам подозреваемых, лошадей они собирались забить на мясо. Общая стоимость животных оценивается примерно в 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд арестовал подозреваемых. Лошадей вернули их хозяевам.